Друзья, всем привет! Вот сегодня погода нормальная, решил покормить голубей на улицу. Сейчас заодно покажу. Чуть-чуть они испугались. Там иранец летает, а он пикирует, и они испугались. Ну, сейчас спустим, покажу. Что осталось после хищника? Есть еще что гонять. Вот. Многие из них уже набраны с игрой. Все равно как-никак они боятся, потому что зима на улице. Вот они, наши красавцы. Вот это у нас северокавказский тенец сизый, уже с игрой. Даже очень интересная игра. Не знаю, погоняю еще чуть-чуть, покажу обязательно, потому что для такой птицы игра — это редкость. Я у друга брал пескун погонять, было интересно, и вот он набрал игру. Поэтому обязательно надо снимать, показать. Что еще есть такие голуби с игрой? Вот этот вытягивает ноги. Ну, здесь много интересных голубей есть. Вот там самочка винтовая. И белая, и мраморный. Сейчас покормлю чуть-чуть, потом закрою, потому что хищник гуляет туда-сюда. Вот этим треском они и привлекают хищника по звуку. Иногда бывает тоже. Да, любой звук, любое движение, и они как бы осторожные.
осторожней, потому что несколько дней назад прямо вот у дверя у этой голубятни хищник поймал, держал. Я быстро убежал, он отпустил, потом посмотрел, где ушел голубь, пошел за ним, догнал, опять поймали. Опять я успел как бы забрать голубя. Голубь ушел в лету, а хищник там сел в деревья и смотрел на меня. Поэтому как бы они осторожно. Сизая чубатая бакинец. Я сегодня сел на улице вот одного пескуна по тасманам без хвоста. Еще двоих, но те не вышли. А этот вышел сразу. Главное, чтобы не потерялся. Он на гребле вот. А он вообще маленький, последний пескун. Ну, охота жрать есть. Кстати, еще второй тасман там сидит, но убежал. Вот как-то это... О, вышел тасманчик. Вышел, вот он. Вышел. Главное, чтобы не терялся. Тоже молодой. Вот, сел. Тоже самочка по тасманам, тоже с греблей. Тоже такая красивая, мелкая, как мне нравится, маленькая. Мраморный сорвался. Ой-ой-ой. Все равно надо выпускать, друзья, потому что потом начинает болеть крылья. Разные тромбы появляются. Поэтому раз в неделю хотя бы надо выпускать тех голубей, которые раньше гоняли. Такие новости. Нету времени снимать каждый день, но по возможности, как всегда, буду что-то интересное показать. Все, всем пока, иду закрывать.